кадровый день. Сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко разглядел кадровые пытания. Шерох новых призначений узроблены на узровне министерства и высших научальных установ Украины. Министром информации Беларуси назначены Александр Карлюкевич, який до этого часу являлся наместником керовника этого ведомства. Згодно с президентским призначением, посаду министра культуры Беларуси занял Юрий Бондар. Сегодня ж прошли и призначение новых керовников шерогу ВНУ столицы и регионов. Как стало ведомо, президент Беларуси назначил Андрея Короля на посаду ректора Белорусского державного университета. До этого дня Андрей Король працавал у Гродинском державном университете имя Янки Купалы, где займал посаду ректора этой научальной установы.